форест, то есть это морковка предназначена для хранения, курода шардоне. Значит, она типичная курода, сантиметров 22, то есть вот так вот 20 получается. Значит, фанта здесь не просто так лежит, ваш вопрос, то есть можно сравнить, да? Мандарин считается у нас самый такой оранжевый цвет, ну можете сравнить. Да, то есть цвет классный на самом деле. Какой это мандарин? Да, да, да. Африканский. Значит, мойка классно моется на самом деле. То есть это морковка после мойки, можете взять, девочки. Скажите, то есть гладенькая, классно, не шуршавая. На 115-120 день она, ну, округляется, становится круглая. Вот, по самому полю. Ну, обратите внимание, я знаю, что, ну, кто-то будет выходить и рвать. То есть мы сейчас стоим на самой верхней точке этого поля. То есть она идет с поля туда вниз. То есть то, что поливалось, кормилось, оно сюда просто не доходило. Поэтому если хотите брать морковку, пройдите метров 20 хотя бы, и там дальше увидите настоящий результат. Но морковка здесь выращивается, то, что я рвал чуть дальше, ну, вот она, то есть здесь. То, что я говорил, то, что верхушка поля, то, что не поливалось, они докармливают. Это есть. А то в ящику что, не отсюда, что ли? Нет, это то, что вышло. А ты так скажи, вот это я рвал, говорит, тут. Николай, ящик. Значит, внутренняя структура у нее еще ярче, чем наружу. То есть если сравнивать, то внутри она еще ярче, чем наружу. То есть если ищете курода шантане с высокой урожайностью, классным цветом, то пожалуйста. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.